из истории, я не говорю сейчас в Библии или еще что-то, но из истории был такой парень, которого звали Иисус из Назарета, который... Да, такой парень. Он, в принципе, шел по этой дороге, и тут он останавливался. Тут любой человек, кто шел в Иерусалим, он должен был остановиться, принести жертву. То есть это последний путь до Иерусалима, то есть последний отрезок. Поэтому пещеры тут жилые, и пещеры здесь священные считаются для еврейского народа. А, в принципе, вся... Еврейского? Нет, я поговорю, Иисус, он был евреем. Он же шел с Назарета, и он шел именно по этой дороге. Я просто говорю, если из знаменитых людей возьмем, как бы, кого точно все знают, скажем так. Вся вот эта вот территория, которая сзади вас, вот можете посмотреть, это называется Шмуратева Фурвата. В принципе, это израильская Шмуратева, к сожалению, она сейчас на данный момент уже отходит обратно к палестинцам. Ребят, все производство, что вы все здесь видите, это все еврейское. Именно вот эти все теплицы относятся к Аргаману. А работают тут местные жители. Кому интересна зарплата местных жителей? 50 шекелей за день. Ну да, примерно 8 шекелей в час. 8 шекелей в час. Сейчас выйдем на римскую дорогу, в принципе. Ну это мы, потому что едем вот так. В принципе, дорога, которая шла отсюда, она не шла вот так вот по прямой, как мы квадратами едем. Поскольку есть Иерихо посредине, там тоже останавливались люди. А отсюда, от Пульхана, дорога шла вот так вот. Через главный город Шхем, который находится вот так вот. Если сегодня нам повезет с погодой, я вам даже его покажу. Пещер, которые здесь находятся. В принципе, если мы будем сравнивать с нашим временем, то мы можем взять улицу Пушкина в Умане. Все знают ее? Нет. Знаете, что такое Умань? Там, где Раби Нахман похоронен, туда очень много верующих съезжается. На Рош Шану. И тут, поэтому, как бы, то же самое мы можем это сравнивать. Тут было какое-то святое место, и все, что было вокруг, все было занято вот этими пещерами, людьми, которые здесь ночевали. То есть здесь давали за очень большие деньги, скажем так, если тебе надо было хорошо и удобно переночевать. Если ты, конечно, не снимал что-то у Пульхана, но у Пульхана это было очень дорого. То есть строения, которые там находились, они были не просто дорогими, а очень дорогими. Нет, Пульхан там, мы придем. Я рассказываю, что как бы тут подешевле было снять, у Пульхана подороже. То есть вот так вот, по ценам примерно. Это вот примерно вот такая вот Умань местного назначения нашего израильского. Если сравнивать с нынешним каким-то. Олег, теперь ползти. Сейчас он будет выходить. А ночью в этих пещерах холодно. Я объясняю еще раз, как строилось. Строилась стена из камней. Строилась стена, полностью закрывала пещеру. И очень хорошо это все сохраняет тепло. Все очень хорошо сохраняет. Когда пещера закрыта, на Мертвом море, например, пещеры Мальхам. Вот эти соляные пещеры, они, в принципе, у них постоянная температура и зимой, и летом 22 градуса температура, то есть постоянная.
Мы сейчас были 1 января, везде было холодно, нам было тепло. Да, если и эту тоже закрывали, то есть стеночку строили и все. Находилось тут именно танки. Блокпост, пункт, это именно танковый, то есть все, что вы видите, эти большие РВ, это в принципе площадки для танков, чтобы можно было рассредоточиться и смотреть по сторонам. Что-то вот, следов от танков. Здесь, она, то есть, окружает вообще всю гору. И также существует для пехоты, но это не для пехоты, это для именно для разведки и для охраны этого всего укрепрайона. То, что вы можете посмотреть вон там, вот видите, прямо вот туда посмотрите, там темно-зеленая точка. В принципе, это Белая гора. Она зеленая в этом году, это что-то поразительное. На самом-то деле все, вот именно Белая гора, она именно из меловой породы, она очень-очень светлая, очень-очень белая. И то есть ее так и на картах так и обозначена, как Арлаван. В этом году она зеленая. Я хотел вам, в принципе, показать точки размежевания пустыни и не пустыни. Это находится слева от нас, вот тут вот. То есть Пульха находится там внизу. А вот точка размежевания, это вот эта вот гора, на ней всегда очень четко видно, где зелень, а где не зелень. Но поскольку сейчас везде зелень, дожди обильные, поэтому я вам в этом году это сильно показать не смогу, но там прям вот прослеживаются такие полосы, прям белые, желтые такие. То есть, чем отличается пустыня от непустыни? Все, что туда дальше, там 200 мм осадка в год, все, что туда дальше, там 600 мм осадка в год. То есть в три раза больше. И там вот там есть дни в году, когда там все полностью зеленое. То есть Нахаль-Талькит, когда мы были на Нахаль-Талькит, рассказывал. То есть вообще вся Беката-Ярден, она зеленая только 60 дней в году. Все остальное время вы можете тут проехать, она вся желтая, очень большие температуры. То есть самая жаркая температура была именно в этом месте. Вон там вот внизу в ущелье, там где Тирца проходит, 65 градусов, кому интересно, хорошая температура, да, для позагорать как раз, я считаю. В принципе, Беката-Ярден, почему очень жарко, как бы на горе еще более или менее, то есть если 45-48 плюс-минус, если спускаешься в ущелье, вот там где были раньше все минные поля, там, где сейчас проходит зона размежевания между Иорданией, то есть там сразу, если тут 45, то там 56 примерно, 56-57. И это как бы нормально, и люди там живут в этом, и я тоже не знаю как, но есть такие, которые живут, особенно ребята с иорданской стороны, поскольку очень много земель сейчас отходит им под сельское хозяйство. То есть они уже в саму зону размежевания проходят. То есть вы можете посмотреть, вот тут вот сельское хозяйство, это уже иорданское. А буквально лет 7 назад, 8, вы не могли этого увидеть, потому что там была выжженная зона такая. То есть там ни наша, ни ваша называлась. То есть ни мы себе не могли забрать, ни иорданцы. Но поскольку мы меняемся землями в последнее время, то есть то, что находится около Хамад-Гадера, это вон та вот в конце Иорданской долины, то, что отходит нам, то есть мы отдаем взамен какие-то земли. То же самое вы все могли слышать, где Иордан впадает в Мертвое море, там Шмуратева,
А, в принципе, туда можно было раньше попасть, но сейчас это сделали для общего доступа вообще для всех. То есть не надо не заявлять теперь группу, не надо не привозить специальный автобус. А, ничего не надо, поскольку эта земля отошла нам. То есть мы поменялись. А, у нас по контракту с Иорданией мы должны отдавать 50 миллионов литров воды в год, по-моему. А, то есть настолько контракт уже закреплен и хорошо сделан, то, что мы его выполняем, то, что они уже даже не переживают за то, что речка Иордан, которая проходит вот тут вот внизу между холмами, то есть они не переживают, что мы ее себе заберем или еще что-то. То есть, они уже не строят, как раньше, поначалу, когда только был мирный договор, они строили еще какие-то водонасосные станции, что-то пытались сделать, сейчас уже нет. Поскольку мы оба два государства поняли, что Мертвое море полностью высыхает и что-то надо делать дальше с иорданской водой. Поэтому и у нас, и у них сейчас запрещены водонасосные станции именно с реки Иордан. Вот именно в этом районе мы больше воду не откачиваем. Они из моря, да, берут из моря, у нас есть много станций. Именно сюда, вот на все сельское хозяйство в Бэйчан, поступает именно пресненная вода. В Мертвое море не могут добавлять воду со Средиземного моря. Хотели сделать такой проект, но воды несовместимы вообще, то есть это будет делать больше вреда, чем пользы. Реконструкция. Это полностью реконструкция. Мы туда зайдем, вы увидите, я расскажу, как там все было сделано. Туда входил только коин, как бы, только главный священник. И в принципе, вот это все остальное место, там тоже есть жертвенники. То есть я покажу именно настоящий жертвенник, где он находился. Он круглый. Его отсюда видно даже, если вы посмотрите. Как вам объяснить? Вот от этого круглого здания левее вы увидите, там тоже такое круглое небольшое здание. Оно уже полностью разрушено, но когда мы подойдем, вы увидите, что оно над землей метра полтора, где-то так, метр полтора. В принципе, мы сейчас пройдем, когда закончим перерыв, мы пройдем сейчас вот так вот вдоль каньона и уже спустимся сам каньон и выйдем с другой стороны, то есть получается с другой стороны Бурхана. Выйдем прямо к жертвеннику и там мы уже поговорим вообще о месте, вы посмотрите, зайдем в реконструкцию его, поймем, почему это израильский Stone Hedge, потому что, как Сергей сказал, он ввел в Google Maps и это показало колесо духов, как бы. Но все, что вы не скажете, есть 4 атара в Израиле, которые вот раскопали, и они все считаются израильскими Стоунхенджами. Потому что мы часто уже понимаем, как их построили. Но раньше, когда были люди чуть-чуть не понимали, они думали, что это вот так вот все и должно быть. А на самом деле это все постройки, это все человеческие постройки. И колесо духов на голландских высотах это тоже человеческие постройки. Так что не надо переживать, инопланетяне не прилетали, ничего не строили. Точно вам говорю.
Они мне сами сказали, что они этого не строили. Не здесь. Да, да, они не здесь это строили, а в другом месте.